Всем здравствуйте. Мы едем в трамвае номер 15. Проезжаем Балтийскую улицу. Нас заносит. В Одессе снег. Хочу показать, как это происходит. Сегодня 25 января 2022 года. Все занесло. Вчера снег шел весь день 24-го. И сегодня, смотрите, сделали лестницу. Она поднимается на Дюковскую улицу. Все в снегу. Очень много снега. Ну, для Одессы это не очень хорошо. Я вам хочу сказать. Конечно, те, кто любит снег. Да, ну, я не люблю снег. С некоторых пор. Снег я любила только в детстве, когда хотелось, когда катались на санках и на коньках. Сейчас это чревато разными последствиями. Потому что город весь занесен. Мы едем по улице Градоначальницкая, бывшая Перекопская Победа. Смотри, сколько голубей. С балкона кормят. Ага. С балкона. От Игорь Сергеевич, помашите рукой. Здравствуйте. Ой, не вижу, как его. Если бабушка, повернуться не могу, вся укутанная. Людей в трамвае мало. У нас уже была такая погода, но я не снимала. Доступна Зубынка, Вуля, Серова. А сейчас уже захотелось вам показать все-таки и запечатлеть этот день, что бывает и у нас зима. Да, есть и у нас снег иногда, зима, мороз. По градуснику сейчас, когда мы выходили, было минус 4, но с ветром, я не знаю, мне кажется, все минус 20. Может быть, мне кажется, я не знаю. Тебе кажется. Да. Вот институт Висков морских сил, выезжает машина. Вот уже где-то света нет. Наступна зупинка. Вулиця Старопортофранківська. Старопортофранковская мы выйдем. Снег перестал идти? Перестал, да? Mm-hmm. Ой, я же тебе говорила, что ближе к обеду обещали, что снег пройдет. Ну, может быть, это и хорошо, нам будет легче немножко снять. Сильно мы снять не сможем. Ну, сниму, но сильно руки на улице мерзнут. Сейчас одевайся. Приостановлю камеру. Вот, да. Мы вышли с трамвая. Хочу вам показать. Ну, идет. Все это. Идет, да? Вот, видите?
может камеру залепить. 23-е. А, это машина чистилки такие? Да. Ух ты! Первый раз вижу такое. Да. С утра. Ага. Песок сыпят, да? 4 кряда. Ух нет, ты! Иногда песок зеленый. Я думала, они чистят. Нет, чистят. Ой. Тут же заметает. Вот, а. Ну идти скользко. Вот это они почистили сейчас. Ну вот это. Через дорогу. Мы вышли на Лютеранский переулок. Да. Он пошел наш трамвай, на котором мы ехали. Еще раз всем здравствуйте. Потому что, может, никто его не слышал. Я в трамвае говорила тихо. Все слышно, да. Ну, мало ли. Лишний раз не помешает. Людям приятно. Да, сегодня 25 января. Татьянин день. Всех Татьян поздравляю с днем рождения, с именинами, с... не с днем рождения, а с днем Татьяны, да? Всех студентов поздравляю. Вышли на улицу Дегтярную. Да, вот мы идем по Дегтярной. Советское время, по-моему, советская милиция. Не по-моему, а таки да, советская милиция. Хочешь сказать, советской полиции? Да. Ну, вы же знаете, да, у нас сейчас полиция. Да. Да. Все знают. Да, ну хорошо, когда все знают, это хорошо. Так что смотрите, у нас есть снег. Вы поняли? Ну так. Что? Тоже столовая. А, да, это мы идем в запахи столовой. Потому что мы там еще проходили в другом месте, были запахи столовой. Наши дети не любят эти запахи и не любят есть столовую. А это... А мы с Игорем любим запахи столовой, потому что это запах детства. Детства, юности. Юности, когда да. Учились. Когда учились, где мы питались? Столовой. И вот там вот такие были запахи. Котлет. Я все время очень любила фаршированные кабачки. Я не знаю почему. Я их терпеть не могу. А Игорь, да, я так любила. Именно столовские. Хотя все время кушала дома. Ела. Смотри, как занесло мотоцикл. Посмотри. Да, да. Это мотороллеры, да? А. Это что, общежитие? Да, мы тоже так. Мы так немножко, просто чтобы вам показать зиму. Но это будет ненадолго. Завтра, сегодня уже... Нет, завтра еще снег обещают, третий день. Да? Да, а уже потом... Вот. Стой, не спеши, да, покажу. Хоть дома, чтобы было немножко видно, саму улицу. Мы сейчас выходим на площадь Льва Толстого, а это переулок Льва Толстого. Сейчас я покажу. Вот там, видите, трамвайные, троллейбусные остановки. Это переулок Льва Толстого. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мама. Переходить скользко, но там мокро. А вот там Льва Толстого улица. Сама улица Льва Толстого. Сейчас будем проходить справа тоже. Ну и здесь. Ну да, хорошо, я покажу сейчас площадь Льва Толстого и 23-й. И памятник здесь. А, памятник не видно. Но все равно. Налево улица Дегтярная пошла. Да, продолжается там Дегтярная. Это вот конечная троллейбусов. 7-го. Доллар 28.20. Но это не... Это сейчас больше доллар. Это такое здесь... Неправильный курс. Заниженный. Продолжение улицы. Да, это продолжение. Оно идет до старого порта Франковской. Дискодорф. Да. Построил два дома. Здесь все новые дома. И мы выходим на улицу Осташкина. Да. Осташкина. Есть улица Осташкина, есть переулок Осташкина. Сейчас я покажу.
сейчас вот это такие дома здесь. А это с правой стороны такой супер-мупер. Ну, здесь как это называется? Не, магазины. Супермаркет. Посмотри, все машины в снегу. Так хорошо видно. Главное, чтобы ни камер не залепило, потому что так, когда снимаешь, не видно. Видите, скользко, эти скользко. Что-то как-то... А, обойти скользко, да. Не, не хочу. А вот переулок Осташкина. Ай, мама. Вот видите, сейчас он тоже выходит на старую Портофранковскую, бывшую Комсомольскую. Вот. Это переулок Осташкина. На улице Осташкина есть баня. Я продолжаю банную тему, потому что все... Ну, потому что меня спрашивают. Ну, мы еще не дошли до нее 2 Ну и ладно. Я это старая баня, имеется в виду. Да, делают современные бани, но это уже не то все. Ну, вернее, то, там условия другие. Так там и цены другие, понимаете? Давай чуть медленнее, я не могу так быстро. Я запыхалась. Слева заканчивается здесь улица Спиридоновская. В советское время улица Горького. Да, там даже есть вывеска. Она начинается. Нет, она, по-моему, здесь начинается от Нет, она заканчивается здесь. Да, тихо. Начинается она с... Давай я развернусь, потому что не могу повернуть. Площади. Артистку. Вера Холодная. Вера Холодная. Такой дом угловой. Сетка. Все. Ой. Все машинами закрыто. Мы, наверное, можем выйти на дорогу. Там не ходят машины. Да, везде. Да. Ну, чего бы я ходила в такую погоду? Да. Надо сидеть дома в такую погоду. Как сынок нам сказал, куда вы идете? Наш сын пришел, говорит, куда вы идете в такую погоду? Смотри, какой балкон. Ну, как кулак? Все туда же. Ну, мы по делам пошли, это уже... Да, нам пошли. Надо. Не, ну, понимаете, когда есть желание, сила и здоровье, можно пойти и снять. Я же вам говорю, уже было такое, но я не могла, не было. Вот Осташкина, 17. Давай перейдем, от... да, вот перейдем отсюда, будет лучше видно. Такой дом красивый. 15, Сташкина, 15. Да, давай сюда, сюда. Ну, сейчас будешь в баню опять уходить. Ну, так будем уходить. Баня номер 7, по-моему, да? Да, и Харшук. Смотри, какой красивый дом. Следующий тоже видно. Ой. Просто где поближе к дому мы показываем сейчас, куда далеко не уйдешь. Просто я хотела показать и заодно изи. Посмотри, все машины как засыпаны. Что удивительно? Что они засыпаны? Да? Да. Чего? Не спеши, давай чуть медленнее, ты сильно бежишь. Постой, паровоз. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Вот, трехэтажный дом, да? Ой, какой красивый дом. Хрущевка четырехэтажная. Какой красивый дом, да. И она ниже. Да, смотри, лесенка, и там еще, а там еще. Вот баня, смотрите. Хочу вам показать знаменитую баню номер 4. Видите? А, Сташкина 6, я думала 7. Идем, зайдем вовнутрь, покажем людям баню. Баня на Крувянской. Это осталась одна из самых старейших бань Одессы. Больше вот, вот видите, больше бани нет здесь. Ну, очень-то. Да. Люди любят
приходят сюда в эти бани. Здесь под, у каждой, по дням уже знают, по каким дням кто ходит, кто в понедельник, кто в воскресенье ходит. Тут были женские, мужской отдел. Отделение, да. Но женское закрыли, потому что люди стали жаловаться, что идет пар в квартиру. А что, не надо было дойти? Ну ладно, до конца. Пар идет в квартиры. Поэтому оставили только мужской. И женщины ходят, по-моему, по средам, если я не ошибаюсь. Что среда — это выходной у бани. И сделали как бы женский день. Вот. Ну, кто знает, в этой бане убили знаменитого одесского авторитета. Потому что знали, что он ходил в определенный день. Поэтому, хотя его предупреждали, в общем, вот так. Я не буду говорить, как и кто это. Все в Одессе знают, кто это. Вот. Это мы... Выходим на улицу Тираспольскую. Тираспольскую, да. Вот, видите, в честь кого названа улица? В честь героя Советского Союза Сташкина Михаила Егоровича. Это был летчик. Он защищал Одессу. И погиб. Какой магазинчик хлебный. А, это и кафе. Смотри, вот двухэтажный, там видны многостройки, да? Ой, многостройки, многоэтажки. Да. Вот это кафешка. Ой, а запах с кафе идет. Слева улица Базарная. Она здесь заканчивается. Так мы где идем сейчас? Мы сейчас идем по Тираспольской, а потом выйдем на Дзержинского, как это? Калантаевская. Да. А это чем знаменитая Базарная, она поворачивает. Она идет буквой Г. Да, да, да. И заканчивается. Ну, в общем, увидели, да, что такое в Одессе снег. Это не такая уж большая радость, как многие. Я понимаю, детям да. Дети катаются на санках. Там сейчас на этих каких-то там вот такие круги у них, да, или сейчас не санки, а как-то по-другому, да? Да. Какие-то такие доски какие-то там. Ну, это слякоть, болото, это не только снег. Слякоть, болото и... О, видите, здесь доллар 28.40. На старую Портофранковскую будем ее переходить. Это вот библиотека. Библиотека. Что, нам здесь надо перейти? Ну, хочешь, идем там, по Калантаевской немножко. Ну, нам вообще, да, на Разумовскую надо. Да? Что, мне уже так рука замерзла. Поэтому? Ну, идем на Разумовскую. Зачем нам по Калантаевской? Ну, Калантаевский двор, где снимали фильм
ликвидация, но это гораздо ниже. Мы до туда не дойдем. Так просто рассказываю для информации. Information. Так что, возвращаемся или как? Не, мы идем. Я думал, что мы не возвращаемся. Что такое здесь через дорогу? А здесь можно? Здесь нельзя, но если сильно хочется. Скажут, вот еще идут, нарушают, да, еще и снимают, так они нарушают. Безобразие. Ой, чтоб вы знали, у меня так рука заножена, на которой я держу, чтоб снимать. Хотя я в перчатке. Что, мы здесь налево повернем? Налево пойдем, мы поэтому да. Не ходили. Идем здесь налево. 10 апреля, она тоже очень интересная улица. Да, наш идет прямо... Там закрыто там. А, там закрыто. Да. Она идет. От этой, как ее? От Дидриксона? Да, от Дидриксона. Я аж вот сейчас... А что ж там закрыто? Да, ничего себе. А Дидриксона и доходит до... Да далеко. До школы, школа что там перекрывает. Хорошо, ладно. Потом идет улица Петрозакия, она от нее уже. Да, а там опять продолжается, да. А как же, если людям там... А, может быть, там есть проход? И кто там живет, как-то ходит? Нет, они ходят по Мечникова. Угу. Так, давай я поменяю руку, потому что мне сильно... Не, уже, наверное, надо будет. Ну, давай, вот так. Да. Сильно рука замерзла. Да, это, по-моему, садик остался. То же самое. Она тоже начинается от Дидриксона. Идет вот здесь. Ой, да, карман твой или что? Смотри, как рука замерзла. Вообще не вижу, что снимаю. Ну. Да, это Садиковская. Это тоже школа перекрывает. Вот это везде старые дома. Ну, давай здесь перейдем, чтобы... Мама, подожди! Нет, подожди, я хочу наоборот снять вот этот дом. Ну, так ты снимай его, не снимай. Сейчас. Самое интересное, балконы, что белье сохнет. Да. Самое интересное, что я знала, что будет идти снег. Игорь, не беги, я не могу так. Я не бегу. Я запыхалась сильно очень. Извините, если что, я вообще не вижу, что снимаю. Трудом. Если там двор открыт, 33-й, можно было зайти. Я снимаю левой рукой, потому что правая греется у Игоря в кармане. Игорь, не беги, мне так неудобно. Ой-ой-ой. Осталось еще два пальца отогреть. И сейчас я переложу. Ой. Подожди, не спеши. Фу. Я думаю, что выходим на Разумовскую, пора. Хорошо, сейчас. Дойдем до Разумовской. Вот я не спорю, видите, вообще не спорю. Вот я такая сговорчивая.
Улица Разумовская, в советское время улица Орджоникидзе. Мы ее, по-моему, не снимали, да? Или как так, чуть-чуть снимали? Немножко, да. Сквер Срединский. Он средняя улица, а сквер Срединский переулок. Ну и, наверное, пора нажимать. Сейчас развернусь, покажу так улицу, там фактически ее не видно. Не дает мне снимать, вообще не дает снимать. На красненькую нажми. Мы уже на Балковской, идем пешком через Дюковский. Хотим вам показать немножко, как Дюковский в снегу. Дюковский сад, Дюковский парк. Ой, посмотри, сколько чая налетело. Это, видно, женщина принесла им кушать. Это вы их кормить принесли, покушать им, да? Хотела голубей и уточек. А получилось чаек, да? А, смотрите. Здесь утки плавали. Да, они вон да. Там есть, да, вдалеке есть. Повторюсь, это Дюковский парк. Вот он весь в снегу. Там вот эта улица Раскидаровская идет. Продолжение. Говорят, что скоро парк закроют, будут реконструировать, ремонтировать или что, но не знаю, насколько это правда. Вот так уже говорится много лет. Смотрите, это кафе, сказка. И все в снегу. Настоящая зима. Надеюсь, ненадолго. Это вот такой спортивный. Здесь спортсмены занимаются. Ой. Ну, туда не будем заходить. Просто здесь немножко с края. Вам поснимаем, покажем сейчас. Так вот. Покажу. Совсем немножко. Ну, с собаками гуляют. Никуда не денешься, да? Да. Ага. Ну все, нажмешь. Это все Дюковский парк. Хочу показать, сколько снега лежит. Как скамейки. Все в снегу. Думали, не пойдем, но решили пройтись чуть-чуть дальше. Такая красота, конечно. Красиво. Игорь Сергеевич недоволен. Что я его затащила сюда?